Здравствуйте, вы слушаете «Вести Магнитогорск» на маяке в студии Светлана Семеркина. Сегодня в Магнитогорске стартует профилактическая акция «Пешеход». Она продлится до конца недели. Цель акции – предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В рамках проводимого мероприятия наряды ДПС будут приближены к местам интенсивного движения пешеходов. Инспекторы ГИБДД будут проводить разъяснительную работу с участниками дорожного движения. Обратят особое внимание пешеходов на необходимость использовать световозвращающие элементы в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. С начала года в Челябинской области зарегистрировано 500 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 37 человек погибли, 489 получили ранения. В Магнитогорске закрыли магазин ритуальных услуг, который был расположен в многоквартирном доме на улице Труда. Индивидуальный предприниматель занял нежилое помещение на первом этаже. Это запрещено законом. Нарушение выявила прокуратура Орджоникидзевского района в ходе проверки. Как оказалось, в магазине осуществлялась продажа различной похоронной атрибутики. Предоставлялись услуги по ее доставке и установке на место захоронения. Также было организовано производство ритуальных принадлежностей на заказ. Прокурор направил иск в Орджоникидзевский районный суд, и по решению суда индивидуальный предприниматель обязан был остановить свою деятельность. Владелец магазина подал апелляцию, однако суд решение не изменил. В Магнитогорске в поселке Железнодорожников обновляют стадион «Локомотив». Ход ремонтных работ проинспектировал глава Магнитогорска Сергей Берников. Стадиону в поселке Железнодорожников уже более 40 лет. Ежегодно его посещают тысячи детей. Здесь проходят массовые спортивные и культурные мероприятия, а вот состояние объекта было плачевное. Разрушено асфальтовое покрытие, ветхие трибуны. Реконструкция стадиона была просто необходима. В прошлом году глава Магнитогорска во время визита в поселок лично пообщался с местными спортсменами, жителями и выяснил, что они хотели бы видеть на спортплощадке. После этого начался ремонт. Сегодня уже сделаны все основные работы. Осталось провести мероприятие в части оформления. Конечно, приятно, что теперь на этой территории появилось такое великолепное место притяжения спортивной направленности, отметил Сергей Берников. Заниматься на новом стадионе могут люди разного возраста. На обновленном покрытии можно будет сыграть в футбол и баскетбол, а для любителей бега здесь восстановили дорожку. По периметру появились бордюры. Обновили и зрительский сектор. Глава города обратил внимание на необходимость создать доступную среду на данной площадке. Лестницы планируют оборудовать перилами, а возле входной группы установить пандус для маломобильных групп населения. Южноуральцам предлагают принять участие в ежегодной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Причем не написать его, а составить вопросы. Тем самым продемонстрировать знания обычаев, образа жизни, культуры и языков народов Челябинской области. Организаторы говорят, что принять участие в конкурсе может каждый. Для этого нужно до 15 сентября отправить заявку на электронный адрес etno.d74@mail.ru. Лучшие вопросы будут включены в региональную часть «Большого этнографического диктанта». Кстати, мероприятие проходит уже 6 лет и имеет международный статус. Диктант состоит из 30 вопросов общефедеральных и региональных. Сегодня тигр Гектор, спасенный ветеринаром и зоозащитником Кареном Далакяном, отправится в Хабаровск. Его уже ждут в реабилитационном центре «Утес». Транспортировать животное решили обычным пассажирским рейсом, правда, в багажном отделении. Гектор все понимает, много внимания, камер снимают, спрашивают, но мы его успокаиваем, что все будет хорошо, комментирует основатель приюта диких животных и благотворительного фонда «Спаси меня» Карен Далакян. Ветеринары подготовили тигра к трудному путешествию. Ему поменяли рацион, добавили больше темного мяса. Так в крови животного поднимается гемоглобин, уровень которого падает во время полета. Отмечу, 12 лет назад в «Утес» из Челябинска отправили тигра Жорика. Гектора поселят как раз рядом с ним. Специалисты уже огораживают территорию. В 2019 году тигренка Гектора пытались украсть из передвижного зверинца. Злоумышленник пытался вытащить трехмесячного котенка из клетки, но разъяренная тигрица защитила малыша. К несчастью, тигренок получил травму позвоночника и задних лапок, когда вор вытягивал его через прутья клетки. Челябинский ветеринар поставил Гектора на ноги.
Несколько дней прохладно и снова тепло. Столбики термометров начнут подниматься к концу недели. В пятницу синоптики обещают 28 градусов. Последние дни августа вновь будут прохладными, а сентябрь, по прогнозам синоптиков, порадует магнитогорцев теплом. Так, в середине месяца несколько дней будет всего 10-12 градусов, зато в начале и в конце сентября ожидается 20 градусов тепла. И о погоде сегодня. В Магнитогорске синоптики обещают 22 градуса, северо-восточный ветер 4,9 метра в секунду, атмосферное давление очень высокое 738 миллиметров ртутного столба. Хорошего дня!